Всех приветствую, продолжаем знакомиться с работами художников, их автобиографией. Сэр Джон Лавери, ирландский художник, наиболее известный своими портретами и изображением военного времени. Я цитирую Википедию переводную. Лавери родился на севере Белфаста 20 марта 1856 года, крещен в церкви Святого Патрика. Будучи еще ребенком, переехал в Шотландию, где в 1870-х годах посещал Академию Халдейна в Глазго. В 1878 году он основал собственную студию, которая была разрушена во время пожара в следующем 1879 году. Получив страховую выплату в размере 300 фунтов стерлингов, он провел год, обучаясь в школе Хизерли в Лондоне. Лавери продолжил учебу в Академии Жулиана в Париже в начале 1880-х годов. Вернулся в Глазго, был связан со школой Глазго. В 1888 году ему было поручено нарисовать государственный визит королевы Виктории на международную выставку в Глазго. Это положило начало его карьере светского художника. И вскоре после этого он переехал в Лондон. Его покровитель Уильям Баррелл заказал Лавери написать портрет своей сестры Мэри Баррелл. Этот портрет широко экспонировался и считается одной из лучших работ Лавери. Был назначен официальным художником во время Первой мировой войны, однако плохое состояние здоровья не позволило ему отправиться на фронт. Он остался в Великобритании и в основном рисовал лодки, самолеты и дирижабли. После войны был посвящен в рыцари, а в 1921 был избран членом Королевской академии. Его работы также участвовали в художественных конкурсах на летних Олимпийских играх 1924 года и 1932 года. В это время его жена Хейзел и он были косвенно вовлечены в Ирландскую войну за независимость и гражданскую войну в Ирландии. Они предоставили в пользование свой лондонский дом ирландским переговорщикам во время переговоров, приведших к англо-ирландскому договору. Он получил почетные степени Дублинского университета и Королевского университета Белфаста. Также стал свободным человеком как в Дублине, так и в Белфасте. Давний член художественного клуба Глазго, Лавери выставлялся на ежегодных выставках клуба, включая выставку 1939 года, в которую была включена его работа «Озеро в Ранелаге». Лавери был сиротой. Его воспитывали родственники. Первая жена Лавери, Мэтлин Макдермот, на которой он женился в 1889 году, умерла от туберкулеза вскоре после рождения их дочери Эйли, впоследствии леди Сэмпл. В 1909 году он вторично женился на Хейзел Мартин, американке ирландского происхождения, известной своей красотой и уравновешенностью, у которой была дочь Элис Трюдо. Хейзел Лавери была изображена более чем на 400 картинах художника. Хейзел Лавери была моделью для аллегорической фигуры Ирландии, которую он нарисовал по заказу ирландского правительства и воспроизводил на ирландских банкнотах с 1928 по 1975 год, а затем в качестве водяного знака вплоть до введения евро в 2002 году. Брак Лавери был бурным, и леди Лавери, по сообщениям, была неверна. Сэр Джон Лавери скончался в графстве Килкенни 10 января 1941 года в возрасте 84 лет от естественных причин. Вот так вкратце из переводной Википедии о ирландском художнике, который наиболее известен своими портретами и изображением военного времени, сэр Джон Лавери. Пока-пока, до свидания, смотрим работы.